Привет, ребята! Посмотрите, сколько игрушек я сегодня принес. Давайте сосчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И все они разноцветные. Давайте посчитаем их по цветам. Синие машинки. 1, 2, 3, 4 штуки. Красные самолетики. 1, 2, 2 штуки. И черные птицы-роботы. 1, 2, 3, 4. Тоже 4 штуки. Но самое главное, что у этих игрушек, у каждого из них есть пара. Если собрать правильную пару, то получим огромного робота-трансформера. Давайте попробуем. Итак, начнем с этих 2 синих машинок. Как же они соединяются? Боком, носом или багажником? О, смотрите, соединились. По-моему, там внутри магнит. Да, они примагнитились, но робот не получился. Значит, пара неправильная. Ищем дальше. Так, теперь пробуем 2 этих маленьких синеньких машинки. Так, багажником не получается. Боком тоже нет. Носом. Ух ты! Смотрите, они тоже примагнитились носом. Только эти носом, а эти багажником. Что же делать? Может быть, соединить 1 большую машинку с 1 маленькой? Попробуем, а? Так. 1, 2. И соединяю. Ух ты! Ха-ха! Получилось! Интересно, синий и красный. О, а что, если их попробовать соединить, а? Соединяю. Ой, что это? Машинка сама двигается. Кто же ее двигает? А двигает их магнит. Просто у этих магнитов одинаковые полюса. Поехали. Ух ты, сама двигается. А что, если попробовать другой красный самолетик? Соединяю. Ух ты, они примагнитились. Значит, полюса у них разные. Давайте просто соединим 2 красных самолетика. 1, 2, 3. Ну вот он, робот-трансформер. Все получилось. А мы с вами продолжаем экспериментировать. Итак, 2 больших черных летуна, так скажем. Соединяем. Ух ты, тоже отталкиваются. Не подходят. А 2 маленьких тоже отталкиваются друг от друга. Надо же. Значит, просто соединяем вместе большого и маленького. 1, 2, 3. Ух ты! Что это? Какой-то робот-дракон. Туч, туч, туч. Подождите, у меня есть еще 1 фантастическая идея. А что, если попробовать все-таки соединить черный с красным? Сейчас я все покажу. Для начала разберем красного робота. А теперь пробуем соединять в развернутом положении. Так. О, получилось. Только что это? Ха-ха. Этот робот похож, по-моему, на какого-то боевого мотылька. Или птицу Феникс. Не знаю, сами думайте. А из других 2 частей получилась самая настоящая боевая курица. Бройлер. Это, конечно, шутки. Давайте все-таки соберем все, как полагается. И вот что у нас с вами получилось. Из 10 маленьких самолетиков и машинок получилось 1, 2, 3, 4, 5 роботов-трансформеров. Ну что, видите, какая математика получилась? 10 разных предметов мы разделили по 2. 10 делим на 2, получается 5. Запомните это. Ну что, поиграли? Еще увидимся. Пока!